В Магадане продолжаются поиски крупного хищника, который накануне снял с ошейника собаку и съел в нескольких метрах от будки. События разворачивались на улице Речной. Жилая пятиэтажка крайняя на сопке и примыкает к зарослям. Ночью бурый медведь вышел к частным гаражам и напал на кавказскую овчарку. Буч, так звали 14-летнего пса, плохо видел и слышал и был малоподвижен. В том числе поэтому стал легкой добычей для косолапого, не успев издать ни звука. То, что осталось от собаки, хозяйка нашла утром в нескольких метрах от пятиэтажки. Сейчас поиском хищника занимаются специалисты. Сообщение гражданки было зарегистрировано в установленном порядке в дежурной части отдела Министерства внутренних дел по городу Магадану. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Магаданцев убедительно просят быть предельно осторожными, отправляясь за грибами, ягодами или на шашлыки. За последние несколько лет, в том числе благодаря действиям человека, хозяин тайги не чувствует опасности, приближаясь к людям. К сожалению, встречи с косолапым часто имеют фатальные последствия. В этом году медведь в конце июня напал на геолога. Четвероногого людоеда ликвидировали.